Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу обновление глобального мода для Майнкрафта Pocketization. Ну вот и вышло обновление, вправду, глобального мода под названием Factorization. Но если кто-то еще не понял, то это порт оригинального мода IndieZulucraft с ПК-версией Майнкрафта для Pocketization. Ну что ж, как я сказал, это глобальное обновление, но здесь у нас есть новые друзья и вправду новые предметы. Во-первых, новая броня, которая делается из бронзы, ну или ее можно назвать бронзовой броней, а также 10 и стандартную броню, которую уже видели, возможно, все, кто играли в этот мод. Но здесь пофиксили маленько джетпак, добавили кнопку и добавили эффект, можно сказать, приземления, то есть урона получать вы не будете. А добавили на инструменты, бронзовый меч, бронзовая кирка, электрическая такая штучка, электрическая дрель, друзья, бронзовый меч, бронзовый какой-то еще меч, я не знаю, как его назвать, поводок есть, наверное, все уже видели поводок, но ее нужен для того, чтобы брать с собой любого моба. К примеру, мы берем жителя, и теперь он будет ходить только за нами. Но если мы берем поводок, то ходить за нами он не будет. Также есть, наверное, меч, но я не знаю, что с ним сделали. Но теперь, когда мы бьем моба, совершенно любого моба, он почему-то будет получать урон. Но получается, он будет получать урон примерно в 0 хп, друзья. То есть он не умирает, смотрите. Как в то время от такого меча он уже давно бы умер. Ну ладно, давайте идти дальше. А дальше нам добавили новых пчелок. Вот так они, во-первых, теперь выглядят. Ну и добавили 8 новых пчелок, которые будут спавниться совершенно в разных биомах. То есть в каждом биоме будет своя пчела. Да, очень классное обновление, друзья. Спасибо большое разработчику этого мода. Да. А, ну вот, так же, как я сказала, большой мод, в котором есть большие руды. Их всего лишь 5, но все же это очень много. А также есть новое дерево, есть новые трубы. К примеру, добавили вот такую алмазную трубу, да. И пофиксили, можно сказать, нефть. Ее сделали совершенно другой. Она переливается, и она стала более пиксельной, более красивой. Ну вот сейчас наше ведро с нефтью переместилось в инвентарь. Давайте покажу. Вот оно. Может, кто-то подумал, что ничего не получилось, но все у меня получилось. Да, как видите, обновление довольно глобальное, ну и мод тоже очень хороший. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.